когда и зачем было создано муниципальное предприятие города Самары «Архитектурно-планировочное бюро». Как с помощью архитектурно-планировочного бюро сделать типовую квартиру уникальной? Чем муниципальное предприятие может помочь большим строительным компаниям? На эти вопросы в эфире программы «Самарская среда» с Яном Налимовым ответит Анна Федорова, главный специалист отдела проектных работ муниципального предприятия «Самары» «Архитектурно-планировочное бюро». Смотрите программу на телеканале «Самара ГИС» 23 декабря в 20:30.